Быть пожарным значит круглосуточно находиться в состоянии повышенной боевой готовности и ежедневно рисковать жизнью. Чтобы успешно справляться с такой работой, необходимо поддерживать хорошую физическую форму. Соревнования среди сотрудников руководство департамента по чрезвычайным ситуациям устраивает каждый год. На этот раз в них участвуют 22 команды со всех районных подразделений области. Сегодняшние соревнования посвящены памяти погибших при исполнении служебного долга. Из тех, кто покажет лучшие результаты, будет формироваться сборная области, которая примет участие в республиканском чемпионате. Спортсменов среди участников нет. Все, кто пришел, обычные пожарные служащие в рядах ДЧС. На центральном стадионе Кожемукана пожарные выявляли лучшего в забеге на 100 метров с препятствиями. На начальном этапе лучшее время показывала команда городского специализированного отряда, одним из лидеров которой является Роман Письменский. В 2014 году, выступая за 11-ю пожарную часть Сузакского района, я занял первое место по 100-метровой полосе. Ну, сегодня намерен тоже занять первое место в личном зачете, а также принести хороший балл своей команде, чтобы вывести ее на первое место. Спартакиада продлится 2 дня. Завтра соревнования продолжатся на стадионе «Динамо», где пожарные примут участие в конкурсах «Подъем по штурмовой лестнице» и «Боевое развертывание». Рауль Габитов, Нурсултан Турспеков, Абзал Турабеков. Новостная служба телеканала ТВК.